В субботу, 12 февраля, в Магаданском областном краеведческом музее пройдут интерактивные экскурсии, показывающие традиции славянизма и язычества. Также 10 февраля является именинами Домового. Именно этот герой будет главным действующим в экскурсии. Домовенок Музя притянутый прежде всего к славянской культуре, году народного единства. Будут проведены мастер-классы, приуроченные к таким праздникам, как День влюбленных и День защитника Отечества. 12 числа, когда будут проходить мастер-классы, рассчитаны они на различную аудиторию, от совсем маленьких детей до достаточно уже подросткового возраста. Краеведческий музей приглашает посетить мероприятия всех желающих. Любовь Голембиевская, Александр Фещенко, Магаданское время.